Привет! Меня зовут Анастасия, я леди-барбер. Сегодня мы будем проводить услугу антистресс, это тайский массаж лица и головы. Затем перейдем к стрижке. Поехали! Начнем. Тайский массаж барбершопа мне еще не делали. Обычно его где на полу. Да, но это специально Лиза программу такую сделала, для того, чтобы можно было в кресле это сделать. Все хорошо. Можно подумать о чем-нибудь очень приятном. Не болезненно? Нет. Тайский массаж в барбершопе уже есть, осталось костоправов мне в барбершопе делать. Мануальную терапию. Не знаю такие услуги. Thank you.
Добавим чуть-чуть масла. Готово. Теперь пойдем по другому.
боли относишься? Боли? Привык. Если воском удалим чуть-чуть волосы. С ушей, например. Можно. Поставлю. Все, проходи. Это уже турецкая техника. Мне такое делали. Я думал, с головы тянулся. Ну, нет. Тайский барбершоп, это просто воск, вот этот скальп с ним. Ну, Лиза мне показывала некоторые видео. Там индийский барбершоп, либо где там бьют по голове. Энергетику всякую разную. Я там был. Да? Серьезно? И как ощущения? Бьют по голове. Все, что чувствуется. И в Турции, и в Индии такое. Так, какие пожелания? Стрижки. Да. Ну, наверное, среднее, ближе к короткому. Что-то не сильно короткое. Бока покороче, да? А стрижку сверху. Ну да. Коротко. Да, там люди из комментов, они знают, как мне лучше будет. Но, к сожалению, мы не можем их сейчас спросить. Они нам потом скажут, как надо было делать, да. Хорошо. Я почитаю. Да. Стрижешься? Ну, раз в месяц, может, раз в полтора месяца. Зависит от того, как коротко постригли до этого. Это стрижка лезвием. Ну, это текстура, филировка, все одно. Для тех, кто помнит, Анил меня так стриг в Турции. Части, потому что выбивается из стрижки, голова круглая становится, и сзади очень макушка торчит. Ее я подстригу покороче, но по форме стрижки она будет, чтобы хорошо. Она не выбивалась. Через М4 проедешь? Да, через восток проеду. Через котлы нет смысла, там дорога убитая, там не подарок, дорога, я не знаю, как там ездить. Ну вот меня всегда задают этот вопрос, поэтому я тоже задаю. Я сам всегда там самое нормальное. И дорога. Я всегда через М4 езжу. Я в Ростов, когда плохался, тут недавно машины пригоняли. Там намного лучше. Пусть, конечно, чуть-чуть, наверное, будет позагружены за счет все-таки поток большой ребята. Но зато там дороги нормальные. Mm-hmm. Сейчас все сделали, все четенько.
трёх, да? По нашу трёшку. Ну, почему они не синевизрол? Объездная, как объездная машина, которая вот мне посмотрелась. Был в этом году? В этом году? Да. Уже есть. Но мы были 2 января. А. И так и дрожь. На этом же это будет все, да? Второе число, на этом же все. Усы чуть-чуть покороче сделаю. Вот, по-моему, не было.
Она уже печальный опыт, естественно. Она уже хорошо, ну так сказать, она берет и вообще. Ну понятно. Ты знаешь, что там? Вот такая уши сделаем или нос тоже? Нос внутри? Да. Не, нос не надо. Ну, не совсем внутри, чуть-чуть так. Ну, и там нужны зачем-то эти волосы? Ну, они же все равно что? Там внутри их много, а это чтобы вот тут сверху ничего не торчало, глубоко не надо. Ну, давайте глубоко не надо. Не как Мурат до самых гаймурух пазух. Фурум вырывает. А я провалил мокса. Вода? Не горячо? Нормально. Еда – это вода. Поэтому там выпить, когда приезжать, в основном лучше покупать. Привет, Мурат. Все делать они. Как это? Ну, когда приезжают. Некоторые клиенты называют эту услугу «Шрека сделай». Вот это спонтовый был масса с этого направления. А я еще помню, я ночью проснулся, пошел искать воду. Да, и вот помню, ночью я выпил воду, лег спать. На следующее утро я просыпаюсь, и на завтрак я вообще сижу, а ночью как-то не очень. И все хуже. Нормально. Ухо больнее. Да? Да. Хотя терпим. Теперь пойдем по ногу. Контент пошел. Мужская слеза скупая не вышла. Не. Переводчиков из в Афганистане, там гайдические. Ближе к зиме буду ходить. Чуть-чуть. Вот без смеха реально. Ну что, по-моему, отлично. Эксперты в комментариях по стрижкам, напишите ваше мнение. Все, мне все понравилось. Массаж. Отлично. Стрижка, все. Контент добавили. Все, спасибо. Пожалуйста. Приходите.